А сейчас... Так, стоп. Я прошу прощения, я прерву ваши аплодисменты, потому что, Игорь, ты понимаешь, что ни один уважающий себя клуб, ни одно уважающее шоу, я уже не говорю об этом слове «презентация», от которого мы с тобой отказались, не может обойтись без того, чтобы в нем не было то, что сводит нас с ума, то, что занимает наши мысли, я имею в виду, что... Конкурс красоты, конечно. Конечно, это конкурс красоты. Я уже чувствую по реакции зала. Я уже чувствую аплодисменты, конечно. Без конкурса красоты мы с вами не сможем. Но! Вам карты в руки. Мне карты в руки. Тогда вопрос к тебе, вопрос Хорошо. К тебе. Что необходимо прежде всего для конкурса? Ну, конечно, компетентное жюри. Нет. Ну, кроме жюри, что еще необходимо для конкурса? Ну, конечно, красивые девушки. Итак, компетентное жюри у нас есть. Кто это? Это самые уважаемые нами люди. Итак, это прекрасные артисты. Олег Николаевич Ефремов, Александр Александрович Калягин, Евгений Александрович Евстигнеев. И что самое интересное, все в одном лице. Все они в одном лице артиста Алексея Неклюдова. Пожалуйста. Конкурс красоты. Председатель жюри Алексей Неклюдов. Мы просим председателя жюри и его членов на сцену. И желающие принять участие в этом конкурсе, милые дамы, прошу вас. Мы предоставляем слово членам жюри. Но подождите, серьезное дело, между прочим, конкурс красоты, это не просто. Вот эти девушки, я немного растерян, но я сосредоточусь. Вы знаете, это конкурс красоты, это стартовая площадка для этих девушек очаровательных. Это своеобразный полет, так сказать, туда, к вершинам. Я имею в виду в космическом масштабе, конечно. Ну и прежде всего мы должны решить, кого из них мы отправим, так сказать, в полет. Женщина-космонавт, это серьезно, это уже не выдумка, это реалии, как сказал. Забыл кто, но неважно. Вот мы проводили в МХАТе у нас конкурс «Миссис МХАТ СССР». Выиграла Доронина Татьяна Васильевна. Я отдал ей половину МХАТа, теперь мужской и женский МХАТ. А теперь я не знаю, что делать. Меня просто... Я не знаю, я всех выбираю просто. Да здравствует, как говорится, один мой друг, писатель, сказал, дай бог памяти, хороший был человек. Красота, она, что она сделает? Сейчас вспомню. Она спасет. Сейчас, Сан Саныч, я прошу, так сказать, вам слово, аплодисменты. Пожалуйста, Сан Саныч, скажите... Что-нибудь. Господи, боже мой, я не знаю, я запутался. Господи, я не знаю, что сказать. Сразу после Олега Николаевича я не могу. Господи, боже мой. Что я делаю? Когда я была на конкурсе в Бразилии, я, вы знаете, где в лесах так много диких обезьян, они как? Простите, пожалуйста, Господи Боже, как вас зовут? Меня зовут Лена. Лена, Леночка, Господи Боже, простите, я остановился. Да, я заняла там первое место, знаете. Я такая проказница. Да. Вы знаете, меня тут же сразу полюбил страстно Дон Педро. Председатель жюри, Леночка, председатель жюри. Это был такой мужчина. Ой, мы с ним танцевали качучу, я прошу вас. Нет, не качучу, Господи, Боже мой, я забыл, как это... Но это не важно, всю ночь.
А, я прошу вас, очаровательный, господи боже, я не могу, господи боже мой. Вы меня понимаете. Добрый вечер всем. Очаровательные девочки, вы знаете, чувствую себя как-то немножечко приподнято, так сказать, состояние. Вспоминается, так сказать, степ сразу. Как вас зовут, сыщик? Наталья. Наталья, это замечательный свет. Давайте немножко степ, так сказать. Ну, мы припетируем с вами, пожалуйста. Спасибо, Наташа. Вы знаете, чувствуешь себя сразу пылким юношей, так сказать, таким, да? С этим, как его, со взором горящим. А не ветераном конкурса этого, как он называется, пенсия 91. Ну, и я сейчас не помню точно, но это был такой конкурс. И я прошу вас, как вас зовут, просите? Меня зовут Лена. Лена, ты замечательно, уже две Лены. Это чудесно, это как-то меня подталкивает на какие-то джазовые импровизации, знаете. Сейчас я попробую немножечко. Я думаю, вы подыграете, да, так сказать. Настоящий свинг. Кстати, давайте мы сейчас немножечко, так сказать, с вами подключайтесь, если любите джаз, так сказать, да.